Привет. Что сейчас будешь привет. делать? Скажи всем привет. Привет. Я сейчас буду что делать? Что ты сейчас будешь делать? Готовить. Что? А что готовить? Тесто. Нет, сначала мы будем готовить тесто. Тесто. Мама будет у тебя. Ты главный повар? Я главный повар. А мама у тебя кто? Папа. Да. Ну, посмотрим. Давай. Что мы делаем сначала? Лизуночка сейчас берет и выливает пол-литра водички 38-39 градусов в мисочку. Ну все, выливай, не бойся. Ну, немножко растут, газеты не страшно. Молодец, Солнышко. Теперь берем ложечку большую. Где большая ложечка? Подождите. Где большая ложечка, Лизуночка? Давай. 4 столовых ложки сахара. Считай, полный. Смотри, вот такую вот. О, умничка. Вот так. Считай, сколько это? Одна. Один. Полную. Лиза, немножечко обманываешь. 3. И вот это вот такая вот. 4. Теперь, Лизонечка, если можно, я тебе помогу. И сюда порежу дрожжи. Дрожжи можно брать любые, но только сырые. Мы умеем пока работать только сырые. Желательно свежие. Ну да, конечно. Старенькие не надо. Попробуй пальчиком. Видишь, они как мягенькие, да? Ну пускай чего-то. Я беру тыльная сторона ножа, которая не режущая. Так вот их ломаю. Так у нас получается как бы-то сдобное тесто. Это как бы-то опара. Лизунечка помогает маме? Так, нарезали. Ничего страшного, но размягчить можно. Все. Щепотку соли. Щепоточка соли. И 4 столовых ложки масла. Я буду. Масло мы берем. Да, ты будешь держать? Я наливать себе, держи. Будешь сюда убирать. Масло можно любое, какое удобно. Хотите душистое с базара, хотите обычное с магазина. Считай. Один. Умничка. Еще. Два. Умничка. Три. Умничка. И ложечку вот так держи. Чуть-чуть, да, наконец-то на себя. Умничка. Все. Ложечкой размешай пока аккуратненько. Вот умничка, как я тебя учила. Вот умничка, аккуратненько. Умничка. Помешали. Вот, мы хорошенечко помешали. Теперь 4 стакана муки. Да, высыпай. Умничка. Вот, считай, сколько стаканов. Сколько стаканов муки. Умничка, на, я пока буду еще муки давать. А ты мешай аккуратненько. Посчитала, сколько стаканчиков у нас входит? Один. Ты будешь сыпать или я? Ну, уже сыпь, она будет размешиваться. Считай стаканчик. Два. Умничка, мешай. Я буду сыпать. Ты будешь хорошо. А ты будешь мешать. Хорошо, вот это все. Ой, считай. Три. Это уже третий стаканчик. Сыпь. Не бойся. Три. Умничка. И мешай дальше. Мамка пока вместе еще наберет 4-й стаканчик муки. Ты сыпишь, давай. 4. Молодец. Теперь мешаю. Да. Хорошенечко перемешай. Иногда может быть больше. Муки потребуется, ну, не страшно. Сейчас мы сделаем тесто. Сейчас мы сделаем тесто, которое отправим на 1,5 часа в холодильник. Угу. За это время оно очень сильно поднимется, станет воздушным и пушистым. Привет. Да, вот такое у нас получилось тесто. Да. Вот, мы сейчас давай продадим ему красивую форму, вот так вот, да, хлебушка. Вот. Немножечко можно
помазать его масочком сверху. Сейчас. Капельку масочка на руку. Вот так помазать. Хуже не будет, будет только лучше. Вот лизунечка. Так, кстати, пошло не 4 стакана муки, а 6. Или мука не та, или что-то не так. Вот, лизунечка пробует. Тесто с дрожжами. Все, спасибо, Данька. Отправляем в холодильник на 1,5 часа. Так. Угу. Прошло у нас в холодильнике 1,5 часа. Тесто поднялось, покажи, как оно пышненько, ну-ка. Оно было пышненько, мы немножечко его, да, садили. Вот так вот. Сильно не надо, лизунечка, давить. Теперь мы что будем делать? Мы сейчас пирожки. Пирожки. Пирожки у нас с чем будут? Яблочкой. Правильно. Пирожки будем жарить. Сейчас мне такую колбаску давайте покажем. Мы сейчас такую колбаску сделаем. Потом разрежем ее на кусочки, потом обмакнем их в муку. Лизунечка будет маме помогать очень сильно. То есть, пардон, мама будет помогать, видите? Колбаска. Да, о, отлично. Да, мы насыпем муки сейчас. Папа нам доставит, пожалуйста, ножик. Колбаска получилась. Спасибо, Вопля. Вот наша лизунья. Горит козявка. Ну, дальше тут положено делать пирожка. Нарезаем вот такие кусочки. Я колбаска. Нет. Классная колбаска сейчас. Умница, молодец. Так, макаем. У тебя замечательно. Сейчас я буду ее тоже резать. Такие небольшие кусочки нарезаем, да? Не, ну все хозяйки умеют делать, я думаю. Главное, что сам рецепт теста интересный будет. Просто и со вкусом. И тесто будет очень вкусное. Да? Да. И оно 3 дня не будет ни цвести, ничего. Пирожки будут как свеженькие. Единственное, конечно, что они будут горячие. Такое повидло. Тесто мы не скалкой раскатываем, а просто руками, пальчиками разравниваем. Давай, давай. О, давай, я сейчас положу немножечко тарелочка. Сзади у нас Витюша становится. Чуть-чуть немножечко. Давай, Лизунечка. Лизунечка, давай. Нет, давай, сама держи. Вот умничка. Молодец. Давай еще лепей, я еще никак не налепила. Давай сюда. Лизунечка. Вот так у нас Лизунечки все получается. Быстрее, чем у мамы. Потихоньку жарятся пирожочки наши. Кладем маленькие, а поднимаются пышненькие. Ну да, вот какой маленький только положили. Какой он большой получается. Вот наши красавцы пришли кушать. Это вот у нас Копилочка. Да. Это вот у нас Джордж. Вот, он все время зевает и кусается. А это Шарлотта. Это вот какие они сонные. Это наша старшая дочка. Да, это ее зовут Алиска. Алиска зовут. А это наша младшая, ее зовут Лиза. Покажи нам еще щеночка. Что, кусаешься? Пойди так, чтобы видно было. О, красота неописуемая. Лапка. Да. Это спинельки. Ну, все время зевают, они устали. Наши козяки. Да. Тихо-тихо. Ну, теперь медленно. Комочки счастья. Медленно, но верно. Так, ну что у нас тут получилось? Здесь такие клетки. Такое. Вот с
Тесто получилось вот так. Так много. Приятного аппетита. И плюс еще пробовали 15-20 человек пирожки, поэтому было бы больше. Ну, попробовать же надо. Говори. Что у нас? Аппетита. Пока. Все, пока. Пока. Умничка. Умничка.